Всем привет! В этом видео я буду перевоплощаться в куклу БЖД. Я очень люблю такой тип кукол и решила сделать такой же макияж. Итак, приступим. Для начала берем тоналку самого светлого оттенка, поскольку нам нужно сделать цвет лица как можно светлее. Смешиваем серые и коричневые тени и рисуем новые брови. Оранжевые и белые тени наносим на верхнее и нижнее веко и растушевываем. Серые и оранжевые тени также наносим чуть выше и на нижнее веко, и опять растушевываем. Белые тени наносим под бровь. Подводкой рисуем стрелки. Коричневыми тенями рисуем, так сказать, новый нос, который визуально будет казаться меньше. Используем блеск для губ нежно-розового цвета. И наносим румяно-розового и персикового оттенка. Готово! В комментарии напишите, в кого вы бы хотели, чтобы я перевоплотилась в следующем видео. Спасибо за просмотр, люблю и целую вас!